Не, сиди уже. Время только потеряем. Все, вот здесь, в институт. Там шкаф и всегда сумма. Почти всегда такой шаман. А, и шаман уже здесь. Тогда давайте посмотрим, что у нас по паладинам. Год в раз. Божий гнев. Ты это в РК пусть. Бафай прота. Тулгалы касты. Сарез, кулаки, хулипалы, кресты. Пятая пати хилы. Все, запускаю босса. Добро пожаловать, герои! Вы Танки. Каску локу, блять. Сейчас как тулгалы разбахивает, пока босс запускается. В этом Колизее вам Ищет. Предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Вон, Белин, Метриос и Годс Врат. В цитадель ледяной короны. Интеллект. Маг, да, интеллект. Был призван Кормак, пронзающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса. Да, ничего. Соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Ну, короче. Беги, не снимай с него, пусть танчит. Пусть танчит. Попытался, походу, пришел. Чудовищами, кислотной утробой и жесткой чешуей. Кто пришел? Просто паладин танки по 10 тысяч раз. Белин, заберешь потом с меня, я побегу приду. Блять, ну ком стаки-то? Пробегите, приеду. Я пока не могу прочитать, я не согреваю. Надо подождать.
будет за тобой ходить в этой фазе. У него есть неподвижная фаза. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Откат или чё? Нет. Надо подождать. Чё, меня выкинуло, блядь? Не кажется ли вы долго бьёте? Ну, у меня просто ДДСПИ-то нет еще. Я только буду его собирать. Как дела? Конечно, я ВДК. Не попамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. А че ты чай участника себе не сделаешь? А с телефона как-то можно подать заявку? О, не знаю. Попробую принять, сейчас тебе приглашу. Проверь там, может, что-то есть. А я, по-моему, была уже участником. У меня также кидали заявку. Потом что-то пошло не так. Надо просто написать имя и игровой никнейм персонажа тем, кто в игре. Напомните на Белина. Ну, я позже переименуюсь. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Да что ты творишь, алло, паладин? Пока не могу начать это сыграть.
города Непопамса весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Там точно кого бьем. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, блин, вар. Значит, я на проведе, да? Да. Этот год, год Сурац, ты на роге треугольник. Так, и крестик, этот Метриоз, ДКшник. Так, и там еще Ретрик у нас, да? Ладно, пускай бегает. Имейте в виду, вот месяц это Ретрик, Милик. Так. Ну и там остальные друиды знают по ситуации, по контролю. Первый объем Лока. ДКшников много. Его вытянут. Сначала звезду, потом после звезды будем бить Анта. Кружок. Потом поставлю еще метки, чек на пул. Все, танки вперед, начинайте. Звезду все бьем. Пиздец, блять. Лох. Как и ты же, хули. Че, может, БР дадите? Ща, погоди. Снимайте, я спальню. Спальнуть-то можете? Ну, наверное, не мог. Дайте эфир этим пидорам, чтобы с центра все разбежались. Бейте, давай лучше. Кружок. Пиздец, блядь. Кружок бейте. БРте людей, кто там может. Да тут бесполезные упали. Бесполезные, блять. Понял, капр, кто ты, блядь? Пиздец ловит, нахуй, я понял тебя. Давайте звезду играть. Я пока не могу прочитать. Остальным пидорам фир. После звезды луну. Давайте луну. Я пока не могу.
потом треугольник там вон рядом. Бля, демон надо поднял бы уже давно нахуй. Да лежи. Опять эфир этим двум хилам. Мы как будто пришли просто так постоять. Давайте вот шамана бить. Осторожно, бар идет. Дейпу. Давайте, маг. Давайте дерево убьем через. Дисплей, пожалуйста. Томер, осторожно. Да забей на ману уже, нет, не кухили. Стой, в небо смотри. Как те люди, которые упали. Шакала бьем. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. А щит нужен кому? Ломаю стекло, ты тут? Его уж 15 минут нету в сети. Что тебе угодно?
кстати. Нечего там в центре сидеть. Дайте бафы. Акул голый каску, да? Все берем черное. Так, пора захилить, сейчас умрет. Давайте танки начинать. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Да что там поёбал? Меня. Да поглотит вас тьма! Особенность 3 секунды. Смотрим, что будет. Ролики все рецепты. Все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои. Если что-то надо будет, шмота там этого босса мы скажет. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я покажу тебе на службу смерть. Империю под льдами... В конце будем разруливать? Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Если что-то кому-то надо, из того, что сейчас упало, свалик, то скажите об этом. Мне, Фордринг. Про что ты говорил разруливать, я вообще без понятия. Ну, трофей забрал себе, если что. Я думал, 50 долго себе заработать. Чек на пол. Запускай.
Это место станет вашей могилой. Вроде не бежал, запускай. Да, хорошо. Надо подождать. Стой, звездочка, там вместе. Выдать жуков забывает. Ну похуй, не заливайте бейте эти босса. Если что-то надо будет с этого шмота, скажите. Сейчас я на ИП зайду. Я тоже захожу. Слайка, можешь ты чисто накинуть на друида? Да я, блядь, все могу. Давай начисли там точечно, пожалуйста.
Пусть знает, какой друид. Все на клин. Давайте всем 25, блядь, точечно накину нахуй. Да нахуй посылаешь всегда и говоришь, чтобы заходили в рейд. Двоим я еще могу накинуть. Трисе, умник ты, да? При чем тут умник, блядь? Своим-то можно, хули? Постоянно такая хуйня, когда релишь там десятки какие начинаются в ПМ, мне точечно, мне точечно. Хочется просто сказать, да иди ты нахуй, не хочешь ЕП, не заходи в рейд. Угу. Как будто релогнуться, блядь, плюсануть сложно. Долго. Так, что можно накидывать, да? Чё там, РС или чё?